Дональд Трамп против журналистов. На пресс-конференцию в Белый дом не позвали ряд ведущих мировых медиа. В доступе на брифинг отказали BBC, CNN, New York Times, Daily Mail, Политика и другим, пригласив, мягко говоря, не самое влиятельное средство массовой информации. Ведущие мировые информагентства из-за этого бойкотировали пресс-конференцию, которая в итоге состоялась, но в закрытом формате и без телекамер. Те же СМИ, которые не были допущены, потребовали разъяснения. Они считают, что президент США таким образом отомстил за освещение его деятельности.